Пожалуйста. Это свет, яркий свет, вибрирующий от вибраций, получаемых с ангельских миров. И твоя задача – научиться визуализировать и чувствовать этот приятный свет, который имеет, конечно же, разную структуру. От легкой, рассыпчатой до твердой и волевой. Твой внутренний дух, настрой и настроение определяют яркость этого света. Если это какое-то решение, где нужна сила воли, стержень укрепляется. Если это радость и счастье, свет рассыпается за пределы твоих тонких тел, неся ангельские вибрации вокруг тебя. Ты можешь легко управлять своими ангельскими энергиями. Здесь очень важна визуализация. Со временем ты не только визуализировать, но и будешь чувствовать, как эти вибрации наполняют тебя. А теперь благодарю вас за эту встречу и прекрасный подарок. Благодарим вас, уважаемый Эл. Мы не прощаемся, потому что это вторая наша добрая традиция. Возможно, на каком-то этапе Юля захочет познакомиться со своим высшим «Я». В этом случае мы всегда приглашаем куратора и вместе поднимаемся на уровень высшего «Я». Если такой момент наступит, мы обязательно с вами еще увидимся.